Не, я отряд там собираюсь дальше хранить. Я просто туда стратега приведу, чтобы на 10%, на 15% меньше содержания было. Так, Аполлонов. И да, его в любом случае там хранить, потому что я же потом направо тоже пойду. Так же по краю. А, не подожди, молитва. 20 золотых мне пока не буду. Так, что я делать хотел? Подрочить и спать. Не, я хотел жрачку качнуть. У меня где-то какой-то был, блядь, со жратой, я ее забыл. Ладно. Так, апакия пошла. Минус 2500 по жратве. Так, еще тут что? Вот эту штуку. Теперь мне надо набрать, найти еще двух жрецов хороших. Еще апакию, эту я сломаю. О, так. Аполлон вон есть. Плюс 10%. 99, а что так много? Так, Гефесту я уже взял. Так, Афину или Ареса? Наверное, Афину потом буду брать. Странно, а тут апаки строится за 45 золота, прикинь. А тут третий уровень, а тут второго 99 стоит. Там у тебя, наверное, каменное производство есть, которое сокращает, уменьшает строительство, ну, стоимость строительства. Не, нету, золото есть. Золото и две жрачки, прикинь. В Афинах. Бля, я придумал, короче. Я жреца неправильно изначально. А хотя. Да, надо будет жреца этого убить хуям и заново создать. Я, короче, чисто на молитву ее. Mm-hmm. Благосклонность всех богов по плюс 10. Ну и, собственно, самим богам, чтобы больше было. Я, кстати, тоже все на молитву хуйнул. И они вообще будут мне по КД просто чисто молиться. Никакого. Ну, с войсками они ходить не будут. Так, что у меня там еще есть? Еще есть. Так, нет, это пока не надо. А я ее уже не могу выгнать, да? Пока да. Вот так вот. Я дал, блядь. Вот жрачку давайте. Что-то можно по жрачке. Норм. Похоже, на Кносе будет, на Аргосе и на тех территориях Итаки, которые я сейчас захвачу. Во, как раз три жреца. Три больших территории, три жреца. Так, пойду этого петуха гоп-стопну семерочку. Или подожди-ка. Ну это с гитаром, тогда ладно, семерка должна умереть. И это не обсуждается. Убежал, да? К своим подельникам, петух. Все равно ты умрешь, подельники тебя не прикроют. Еще и подельников твоих разъебу. Бля, слушай, у него тоже какой-то метатель тяжелых дротиков, ебать там. Болтами кидают какие-нибудь, знаешь, как с катапульты, которые есть, болтами стреляют. И да, тебя опять не слышно. Да я молчу, блин. Бля, тебя не поймешь. Молчишь ты, не молчишь. Но в данный момент я просто молчу. Она что-то так не вздыхает там сразу. Какое-то время все равно требуется. А, я, кстати, придумал, как мне немножко лучше. Так, захватываю сразу город. Ну чё, птички, блядь, да выёбывались, напали, да? Ну вот и все. А я и так потихоньку добиваю. Блин, одного потерял, какого-то петуха, нихуя себе. Да, это хуёво, из юных солдат с копьями. We're taking over. И то, там, наверное, копье всего одно и то между. Похуй вообще на него, на самом деле. Точно, я придумал, как я пока счастье выровняю. Я просто везде игры включу налоги, но при этом не торговую пошлину на минус плюс 5% всего. А эти, устроить игры везде поставлю. Захватываю еще у Итаки город. Итаки? Да, вот он, цени. Это Итака. А, ебать, откуда он тут? Не знаю, откуда он. Его ж там не было. Ну, сейчас он отъедет. А, вон там семерка ходила, которая, походу, да, вот он, походу, да, либо захватил, либо оттуда. А-а-а! Он этих коняшек поджал под себя. Я что-то видел, там сообщение какое-то приходило. Точно, конфедерация. Да, он коняшек в конфедерации, и поэтому появился там. И это было, походу, не он, а это самое, а вот эти коняшки. Но не его в конфедерацию, а он в конфедерацию.
Да-да-да. И это, кстати, ему вообще ничего не дало по итогу. По итогу он опиздюлился просто нахуй. У него как было два города справа, так и осталось. И опять город ни о чемошный какой-то, блядь. Сразу амбар построить тут. О, у него повстанцы есть. Справа. Так, а что тут есть? Из уникалок ничего нету. Так, ну и сразу эту штуку строить. И эту. Он реально, конечно, короче, забрал коняшки, все. Он не, вообще никакого профита не получил с этого. Да, там долбоёб. Не, пришел его опиздюлил. Его... Вот, кстати, вот эти территории, куда я сейчас только-только идти буду. Ну, вот эти справа. Это же бывшая Спарта. То есть вот тут он, ладно, еще имеет профит свой. Ну, от Спарты, от Конфедерации, потому что он сейчас за счет них живет, блядь. А вот с коняшек он... Так, Минотаврика я передаю этому пацану. Так, этого тогда я вообще убираю, этих двух. Передаю Минотавра. Вот этих двух передаю. Тогда нужно еще одного вот этого убрать, среднего. Так, ага, вот этих еще двух тогда передаю. Тоже средних еще двух убираю, лучника. Мне нужен ход. Я придумал, как счастьем везде разобраться. Блять, пока рожал, время кончилось. Че так долго на обмен? 5 минут еще. А, время обмена. Да, во время обмена, да. Так, в общем, получается, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И еще кого? Вот этого. Шесть. Шесть. Блять, что у меня за событие-то? Почему у меня счастье такое хуевое? Давай вот так попробуем. Ебать. Топор пополучил чувака какого-то. Че, на обмене или че? Или он выпал? Так, подождите. Вот это у меня суперотряд. Нет. А, еще у меня вот этот. Майонированное нападающее. Воин Артемида. Короче, не ебу. События никакого не отмечено, у меня счастье хуёвое. Так, там какой-то топор выпал у меня. Ух ты, начальный уровень всех отрядов вооружённых топорами плюс один. Ага, это если топорщику покупать. Так, а всех копьеносцев. А, тяжёлых. Ладно. Так, ну всё, это... А, это дебнаха. Так, тут ничего. Тут оставляем тогда. Город, 19 попёр. Дальше. Так, ну чё, мы дальше агентами отрабатываем петухов. Отравленные колодцы, трави этого петуха. О, есть. А теперь давай ебаш его, чтобы он нахуй отступил. Неудача. Так, тут что у нас? Тут сидят. В принципе, можно этого отвезти. Но пока не отвезти. Так, давай-ка обмен вот с этим пацаном. Так, мне нужно кого скинуть. О! Вот этот. Не, этот пацан пойдет сейчас на прокачку. Тачка на прокачку. Так, мне жреца. Тогда вот этого я скидываю. Жреца меняю. И беру еще одного лучника, наверное. О, все, у меня топовая двадцатка. Ну, не совсем, конечно, супер топовая. Но тоже неплохая. Лоу. А, у меня теперь есть новое предписание труд теней. За душу я получаю плюс 20% всех ресурсов провинции. И на провинцию больше не действует такая вещь, как счастье. Нормально. Ну, то есть, я и бонусы не получаю, я и минусы не получаю. Так, да и похуй. Не получаю, ну, точнее как, это, конечно, тяжкая штука в рутине. Я же не могу никак душу получать пока что. Мне, чтобы построить эту хуйню, надо... А, я в следующем ходу построю ее.
Так, я прокачиваю все это сам приказами, чтобы это ресурсов было дохуя. А я сейчас все приказы переведу на счастье, потому что, ну, предписание точнее. У меня счастье везде хуёвое. Лучше от счастья получить еще бонус, чем от вот эти 5%. Ну, в принципе, от счастья даже больше получится, чем от 5%. Там попизжу будет. А, помолиться богам? Или молился? А, не молился. Давайте Артемиду. Торопил меня, да? Торопил? Сам не торопишься? Ага, вообще пиздец. Так, а гидра чё? Ну, вроде все, если я ничего не забыл. Чё у тебя по еде? Минус 2100 сейчас стало. Не, осталось. 3. А, 31 тысяча. Да 2000 ладно, этого хватит надолго. Боюсь. Я уже просто 58 тысяч накопил. Да, а у меня сейчас со следующего хода почти 1000 будет. О, десинхрончик выскочил. Со следующего хода будет это самое. У меня прикинь, 90% видяха. И это на среднем. Ну вот, у меня тоже систематически оно в 90% входило. Я говорю, это 100% от того, что он рассчитывает. Да-да-да, видяха через это ебашит. Прикинь, это она графон обрабатывает и еще рассчитывает эту всю хуйню. Я так понимаю, там основная нагрузка именно от расчетов. А просто поэтому вообще не нагружен. Просто, блять, у меня ядра 90% входило, когда... Блять, у меня 3090, ебаный в рот. Ну у тебя, покинь, у меня 3070, у тебя 3090, и может... И оба раза в 100% уходило, да, считай. Да. И в этом там обсчитывают. Это еще не все, блять, еще не вся карта. А такое ощущение, что, кстати, сверху там уже толком ничего и нету. Есть. Там нет. Даже нарисовки. А, ну где нету, там да, нету. А вот это все, все что на видно, оно там есть. Ебать, я считаю, я сейчас до конца карты доползу по своей части. Ну я тоже там ебашусь. Ты видел, я сейчас за один раз сразу два города захватил. Бля, что-то он повисло, походу. Я тоже два города взял. Походу нас. Поплыл куда-то. О, поплыл. А, он объединится, бля, 20-ник теперь. В Левкас. Ну, 20, да, в Левкас. В смысле, у него 11 там. У него 10, а, это 1. Это 1. Я думал 10, и еще 10 приплыло, думаю, блин, 20, чудо, Дима, 11. Ну, а, тогда вообще хуйня. Говно вопрос. Что мне показывают этих? Да я сейчас последовательно пойду. Кто нападает? Прям... Птичка нападает. А, на мой город. О, это... А вот эту единичку я сейчас, кстати, может порежу, хуя. Ебать, чувак вообще просто пиздец. Отмороженный. Зацени, кем он нападает, на кого просто. А у него, ну... кстати, там неплохие копейки. Да, но у него, кстати, не плохо, он все равно куцает меня. Ебать, все в кровище такие. Жесть. О, он даже убил одного моего. Нихуя себе, бронированного копейщика убил. Ебать, он крут. У меня пацаны, походу, не успели отхиляться еще нормально. My reputation grows. Ладно. Это был последний отряд. Ой, зато у меня минус 1300 теперь жрачки идет. Так что нормас можно еще нанимать. Бля, знаешь, проблема какая? Какая? У меня шпион туда не доходит, чтобы порезать пидораса этого на единичке. Да, это подстава. А может доходит? Не, доходит все. Он просто забаговался. Можно сейчас еще паки понаделать. Ну, сейчас еще паки тут третьего уровня качаются. Сейчас жачка вырулится. Кстати, вот тут это Гефеста получается, а тут чей? А, тут это Эртимина. Ебать. Еще наркоман как... А, это ты нападаешь. Я думал, что еще какой-то наркоман на меня хочет лезет. Да, не, я тут даже не кодс, по-моему. Нормас, всё. Да, у меня потерь нет. Nice to be acknowledged. Ну, мне жалко бронированного тяжелого ебанул.
Давайте-ка я везде игры включу. Ой, везде нормальное сейчас будет счастье. Там, если сейчас кое будет сожрать твой нормальный, я не буду же волноваться. Не волноваться. Не буду. We will go down in history. Надо будет всех качнуть, пацанов. А что это у тебя? Вон дальнобойным оружием. И, кстати, можно там. Чеменилай отхилялся, можешь пойти тех пидорасов щемить. А, вон плывет какой-то, 11 плывет. Ага, Менилай, иди на перехват сейчас. Че хотел построить? То есть Агамемнон. Менилай. Агамемнон должен перехватить. А, все, я вспомнил, я жертвенный алтарь хотел построить. Жертвенная яма строится. Ты таки циклопа? Нет, жертвенная яма это, которая особая. Mm-hmm. Пока этого. Так, но... уже 12 часов, Дима, наверное, вот последний ход. Ты, что тебе работать, что мне завтра работать. Сейчас тогда ты ходишь, я хожу, сохраняемся, и все, и на выход. Бля, мне еще пару городов бы захватить. Ну, в следующий раз, Дима, захватишь, по-любому. Мы все равно сейчас не добьем его, это факт. Но я хотел бы подальше просто продвинуться. Все. Можно дальше. Так, так. Ебать, та-то там семнаха сидит. Это опасно. И восьмерка, двадцатник. У меня гидр, конечно, есть. Девятого ранга, пацаны, ебать. Так, а эту жрицу убираем к хуям. Она неправильно вкачана. А вот это будет правильно вкачано. Ты дохнут. Do not concern yourself with my methods. It will be epic. Так, этот тут, этот пойдет. А, вот тут можно покинуть. Бля, можно еще на плюс 10 получить благосклонность всех богов. Но при этом каждый раз будет части минус 8 уходить. М? Ладно, пока не буду эту хуйню брать, но потом надо будет. Так, пока она мне будет давать на плюс 30 примерно. Что у меня? А, этот. А, блин, она что-то родилась. В глад нет ничего. Ох, блять, ему плыть. Ох, он наебется. Так, а мне. А, Аполлона есть? Лечу, блять, карту. Так. И так вам бы только через 3 хода могу. И молитву через 2 хода. Ту-ту-ту. Так, а тут у меня чё? А, тут Гефеста. Кстати, Гефеста можно переделать один. О, еды плюс 300. Или все живем. Соответственно, я бы тогда еще один ряд бы начал бы собирать. Артемида. Ох ты, что-то Зевс и Арес упали в цене. А, у меня доход 19 тысяч еды, а расход 15 тысяч еды. Это уже весьма охуенный плюс. Плюс. Вот. Правда, есть проблема. У меня от фракции идет 3600, то есть я скорее это временная штука, которая потеряется, ну, по событию, короче. Правда, я нигде не вижу, блин, что за событие. Так, вероятность. Так, стоимость удержания героев всей фракции минус 15. Пошла жара.
Наконец-то. 902. Нормально. А, так он еще. Надо было посмотреть. Было минус 1300, стало минус 902. Нормас, я считаю. Норм. Так, а так мечка. А, нет, не надо. Спустимся Геракла. Щиты в ближнем бою. Вот это вот штука. Так, ну чё, пойдем вот эту вот хуйню. А там семерка сидит, блять. Что получится? А, да вообще похуй. Масака, минус еще. Я город. Я скажу, ты города считаю, а ты мне подтираешь. Нет, пока ты считаешь, я их захватываю. Ты не идешь, блядь. Что пизда-то, кстати, он там, вот та единица, которую я убил. 2, 3, 4, 5, 6, 7. О, у него 8 градов осталось тут. Но еще те 2. Это 10. Сквозь героев в бою, защита героев в ближнем бою. Так, ну один я уже, в принципе, почти в осаду взял. Плюс еще героя трахну. Такс. Теперь вот тут вот у меня еще, на юге. Петушок какой-то тут плавает. В принципе, из спалера, если туда подойти, то двумя отрядами я вообще без потери, по идее, взять должен. Заодно и живых немножко перетащу. Покоцанный отряд. Такс, а не это будет тогда... Охуенно. Этот пацан сюда пойдет. Короче, дай мне еще два хода. Я еще как минимум два города успею захватить. Может, даже если еще два хода ему. Ну-ка, давай, жрица, помолись. Аресу. О, Ареса подняло сразу. И когда прокачать их подальше, там же они вообще раз, ну, нескольким разным богам бахают. Плюс первый перк, он сразу на всех идет. Как бы пиздату. Нет, смотри, тут когда молишься в городе, в котором есть храм, то он молится этому богу, в котором храм. И он ППМ и сразу, и он на сотку или на еще больше прокачивает. Не, это понятно, это просто от храма еще бонус. А так-то она еще сама, в принципе, увеличивает по ее собственным перкам. То есть понемножку, помаленьку, в принципе, всех богов так можно поднимать. Ну, хорошо одного кого-то, но при этом, ну, точнее, прям значительно. А остальных, ну... Так, по чуть-чуть. Что тоже, кстати, хорошо. То есть за счет этого можно будет сэкономить на ну, точнее, реже делать ликвидация комбо определенным богам. Так, кидая тем, кого, у кого их нет. А по кию ну. Качнуть 105. Так, Гефеста. А тогда, кстати, при храме там просто он еще пишется, что плюс еще большой идет на проведение. Так, чё, продолжай этих петухов аннигилировать. Убийство соперника. Отлично. Да, мне тут, которые это воруют. Грабят сатанисты. Я уже это, троих, двоих выселил. Вот еще надо остальных выселять. Потихоньку. Так, чё, мой суперотряд пошел. Пошел. Здесь вся главная стратегическая угроза. Главная, блядь. Так, а ты тогда чё, куда пойдешь? Ты пойдешь. Давай на марш. Назад в город. Тут пацаны, если что, сдержат всех, кто пойдет. Так, тут нормас. У меня проблема будет. У меня когда закончится действие бонуса моего фракционного, я в минус 100 по еде. Да, это проблема. Проблема насрать.
Ну да, у меня уже 61 тысяча скопилось, поэтому минус 100, по идее, это вообще никуда. Ну, как бы, вообще похуй. Вообще похую, но все равно неприятно. С другой стороны... А, нет, я не буду в минусе. Все, я с атаковских городов могу получить еду. Вот. Я ж там игры провел. Так, кому посвятить Посейдону, так Аполлону, Афину. Афину, давайте. Или Афина у меня была, даже. Как посмотреть вообще храмы, каким богам мы посвящены? Да вот хуй знает, я не нашел центрального места, с каким храмом и где у тебя стоят. Ну, точнее, кому, сколько храмов, какому богу, в каких городах. Вот это, кто это, кому это? Афродита. То есть я как долбоёб, блядь, просто прощёлкиваю по всем городам. Это вообще неудобно. А я нашел самое главное, в провинциях нажимаешь. А, нет, это не то. Это просто провинция. Ну ладно. Ой, а чё мне покоцано? Да, это просто Трофим. Провинции. То есть там не указывается, какие боги. Так, это храм Зевса. А можно посмотреть, сколько ты еды, откуда получаешь, сколько камня, бронзы. Кстати, у меня видео, почему-то бронза аж 800 есть. Идет. А, Афина, это сейчас я сюда поставил. Ебать. А чё так? Откуда? Ладно, пускай Афина будет тут. Так, что еще качнуть-то, ёпта, иметь. А сет качну. 155, вот надо прикачать. Ебать, в одном из городов у меня 33 золотых идет. Еее. Нормас. Вот с едой у меня, конечно, голяк. Так, Артемида, блядь, Посейдон. Ну, в принципе, сейчас я включил еще налоги с городов Итаки, которые захватил. Который полностью захватил, где смог игры провести, у меня плюс 5100 еды. То есть даже когда кончится фракционный бонус, я все еще получаю еду хорошо так. Так, Агамемнон. А что тебе уже качать? А, вот это первые. Скорость. Окей, так, дальше. Гиппа как-то так. Ты еще идешь. Амфик. Ядня еще качается тут. Итак, тебе качнуть тоже. Так, можно... О, на лапаки, кстати, растут. Очки здоровья этого героя. Давайте вот это вот, не знаю, что ли. Чипать. Тут, кстати, в одном из городов две провинции приносят еду. У Итаки было. Два города в провинции, блядь, с едой. В одном городе. Если его можно будет чисто править, сделать на еду полностью. Так, выбьет, не выбьет. Я продолжаю захват городов. Просто заход по два города уходит у этих петухов. Ну что, блять, нападали на меня, да? Да вы ёбались. Да я что ж по два забираю? Нормас у них просто уходит. На себе. Ну-ка, гидра насколько прикачалась? Уже половина следующего прикачалась. Неплохо. Может, максимум 3 уровня, да, у гидры? 4. 4? Ну я взял... А, кстати, не поменять уже нельзя. Заблоки на навыка. А, да, слушай, нельзя менять. Покинем гитары. Ну, навыки. Видимо, у меня то же самое будет. Надо будет впитываться, блядь, что беру. Да. Ну я вот взял, получается, один у гидры. На что я взял? Урон на дальнобойных атак гидры. То есть один на прокачку самой гидры. Второй отрядики нанял. Побольше. Сука, почти 8 уровень управления. Бля, у меня 8, ну пока 9 нету. Хорошо. Там на 10 самая жизнь. Расход продовольствия для всех отрядов 95%. Да. Расход бронзы плюс 35%. Это лютая жесть. Ну ладно, бронзу я уже до 10 тысяч довел. Тоже. Так, а в Гирии? В Гирии можно вот эту, кстати. Я ладно, продовольствие там еще два города будет. На прокачку.
коров. Соответственно, я их нормально раскачаю на еду и будет норм. Феник, кстати, вот тут я могу. Он, блядь, обозы во всех городах, сука, строить. Все. Мать, ладно, я так уж и быть отдам ход. А, сука! Ебать, блядь, так... он мне опять на договор кидал. И в эти так вообще, баланс сил вообще никак кушный, просто. 15. Я могу просто обоссать ее. Ну, ты уже все. Ты с ним все. Это теперь моя забота. Ну, точнее, тебе справа еще надо. Не, почему? Там еще один город остался у него, который он этот самый поджал. Ну, который он сам всосал в себя один город. Право, ты тут добил уже по центру у себя. Там, по-моему, еще один был у него. Не-не-не, по карте нету. Да? А, ну тогда... Я тогда... просто смотрю пару карту политическую. Тогда все, да. Только справа остались у него два города. Так, а где вот тут петух какой-то ходил? Куда он ушел? Он съебался, что ли? А, он, вон он. Ведь он опять родил кого-то. Еще одного. Правда, пока на единицу, но... Сука, как он быстро это делает? Все, у меня... О, по жратве нормас, у меня паки прикачались, минус 289 стало. Ну, собственно. Бля, он тут опять вернулся. У меня знамение в небе. Гера, счастье минус 4. Ну, охуенно. Ебать, тебе там везет вообще просто на эту хуйню. И сейчас через ход еще прикачаются у меня жрачки, апаки и всякие. Мне будет вообще норм. Ебать. Сука. Если автобоем, то... теряются. Ладно. Конечно, не добил еще, у него еще один город остался. И у этого петуха... Осаду. Да? У этого петуха раз, два, три. Слушай, тоже нормально городов. Высаживаемся. Ну че, петушки? Все, и без потерь, блядь. Давай собачку на выгул. Take them down. Втащи им всем. Тут у него новая столица была. Она, блин, только появилась в столице, и пизда ей опять. Тебе так, надо выйти собачкой на карту. По это самое, посмотрите, как она воюет. Буянит. Бля, ей еще половину надо качать. С другой стороны, зато я могу еще нанять отряд мрачных душ. У меня уже, блядь, 5 пехотинцев жалких этих теней. Походу, у меня нет такого ограничения, как у тебя. Да? Ну, может быть, тогда тебе не нужно будет. Не, просто я когда нанимаю, они нанимаются там по 2-3 отряда, нанимались, и все потом сказали, лимит исчерпан, все. Не, я их уже поставил 5. В отряде 5 штук. Блять, семерка поперлась, я какая-то. Он возвращается, петух этот. Тебе не успокоится, пока я с ним войну не начну. Но это скоро, кстати, уже будет. Потому что я уже приближаюсь, да, к его границам. Вот эта единичка меня смущала. Ее больше нет. Так, ну и дальше пиздуй. Надо смотреть, что там у него дальше появляется. Блять, да не дохожу до новой столицы. Еще один ход, и я бы захватил бы еще один город. Даже два. Я у него по двумя городами сейчас считаю, ну, в одном переходе. С этой хуйней у меня даже все равно плюс идет хороший. По счастью. Норм, короче, игры рулят. Нормас. Кстати, а где посмотреть счастье там можно?
А, да вон... я прям в горы захожу и... А, вон по правнице нажимаешь FB. Блядь, одни... Одни, блядь, Артемиды, сука. Да, потому что я Артемиды уж не хочу качать, нет, не хочу. Гера, а чё Гера дает? Ну, можно провинции по счастью отсортировать. Спорная провинция. Гера, урон от оружия. Угу. Так, кстати, а у меня везде. Расход древесины. Так, а тут, нанимаются войска. Тут Геровскую, понятно. Может? Нет, я, блядь, хочу в Афродитовскую. И Аполлона хочу. У меня провинция Аттика 3000 жратвы только приносит, ебать. Нормально. Солдатушки. Бравые ребятушки. Помолимся. Victory beckons. Гитакомбы я пока не могу. We will claim victory. Я, ладно, Гербского тоже могу. Жреца. Он в целом норм. Лучше, чем, блядь, то, что мне еще предлагают. Сразу четвертого уровня. Где парус? А, парус тут. 8. Так. И... Тут чей храм? Чей храм будешь? А тут чей храм? Афродит его, вот там молиться будем. Вот нормас можно. Заговор на успех. Я даже храм не докачать. А, нет, не буду я качать, если пока на максимальный уровень. Блять. Сейчас, подожди. А, Долопия. Долопия. А Долопия? Дай, моё. Забирай. Ты мне тебе передал гранату, я тебе это там даю. Там что-то был? Там кони, что ли? А, нет, там эти, гарпи. Чё не к Долопе? Чё с гарпи? Снести нахуй. Я там ничего не стоил, я чисто захватил. И, кстати, там не разрушено было ничего почти. То есть нормально, так за заход прошёл. Забавное счастье по нулям. Ну, в смысле, ни минус, ни плюс. Так. А, бля, я ж вот на что деньги-то хотел. Блядь, теперь не, сука, блядь! Ну, теперь ты уже не это, не вытащил. Я впервые эта хуйня у меня, сука, не успел. Все. Вот так оно бывает. Ну-ка. Бесит. Так, один. Гера. Так, но у меня еще есть 414 монет, чувак. А качать персонажа нельзя, да? Вот не в свой ход. Да, нельзя. Бля, я прокачаться не успел. Я под самый конец только заметил, что у меня в принципе качать есть. А я и помолиться не успел, бля. А, нет, она не дошла. Дима вообще ничего не успел. Ну, не, я построил много. Нельзя расслабляться. Расслабился, все. Так у меня много строек было. Мне ж за итак, блядь, перестраивать все надо. Так, чего у него осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять городов. Причем два в следующем ходу я забираю сразу. Так, что тут по жратве? И практически за один ход я объединяю всю провинцию целиком. Я только разве что в столице не могу в провинции набрать. Хотя, может и возьму. Подойду сюда поближе к этому городу. Если вот это доплывает до столицы, то вот этот, может, доплывет сюда. Тут там какая-то сидел партизан. Захватываю городок. Опа.
Надо там в галопе иметь было. Да-да-да. Ну пофиг. Вообще на нее. Дай богу, блять, охуел совсем. Ну, в принципе, ладно, ты уже молишься активно. А я только-только начал переходить к этому моменту. Текс. Покорми Дигидору. А, здесь не... Блять, это Нигидор напала. Черт. Occupy this place. Надо просто захватить. Так, ну чё, пацанчики? Ну, ты, кстати, сикал, что с моей стороны на тебя Итака может напасть. А Итака уже не нападет. Там уже не остался от Итаки рожки до ножки. Уже некому, да. Ебать, у меня по камню начались присадки. Слишком активно строился. Ну ладно, зато у меня тебе по жратве 19 стало. Плюс 19 или плюс 19 тысяч? По плюс 19. А, ну норм, у меня плюс 200. Относительно того, что у меня вообще ничего не было. Так, я могу, кстати, бронзовую ветку полностью закрыть. Не хватает. Так, ну давайте теперь этих опять покоцаем. О, я сейчас долю слова беру. Трофеев на 20% больше. О, отлично. Интересно, так, Итака, теперь тут... Попробуй предложить еще раз мир, когда у него еще два города под прицелом. Так, тебе вот этого петух какой-то ездит в один сатирил. Че тут хочет войны или что он хочет? О, ништяк. Уже бегать не стал. Он, походу, на марше был. Не получил пиздулей. А че ты ополченцами воюешь? А, это просто у меня это. Отряд такой. Да у меня даже отряд дефа такой. We'll крутой. Не, я не держу такой. Ну я просто по бронзе-то проблема. Не смогу по бронзе пробить просто. Но я могу тебе дать бронзу. У меня 36 плюсом идет. Если сейчас найму на полтинник кого-нибудь, то это не... Но я могу тебе, в принципе, помогать, потому что у меня плюсом идет 857. Да нет, я тебе говорю, это не поможет. Ну, смотри, через ходов, ну, в следующей катке, которая будет, я тебе, ну, я подкоплю бронзы и потом разом тебе просто большую кучу отдам. Ну, так, чтобы тебе на много-много ходов хватило. И систематически могу тебя бронзой... радовать, скажем так. Да, и не. Пока так нормально идет. Пускай она и идет. Но у меня во всех провинциях радость идет в плюс. Ну, пошло в плюс. Блять, не то нажал, ёбаный стыд. Ну и норм, ну и норм. Так, чё мне тут, кто еще воюет? Тут еще можно качнуть. Все, у меня 217 жратва пошла. Как плюс вылезаешь. Грац. Так, надо теперь качнуть. Я сюда ушел качнуть этого пацана. Гефестиком улучшить. Ебать! Ватики, знаешь, сколько еды в ход идет? 3864. Это у тебя. Да, я знаю. Ебать, как ты это сделал? Плюс 3800. Атика, а где этот Атика вообще? А хуй его знает. Потому что у Атики... Подожди, это же Афины? У него два города. У него два города со жратвой. Еще... И это они еще не прокачаны, понимаешь? Там сейчас качается до плюс два. Не, у меня тоже будет. У меня есть город, в котором также есть два города с едой. И там тоже качается сейчас. Вот. То есть у меня, видимо, будет больше. Столько же, а может и больше. Так что вот так-то вот. Так, что у нас еще? Пацан идет. Который мне дает 650 камня.
Тут у меня идет суперотряд. Сейчас еще один тоже. Роганить. В города. Так, что, все? Я, конечно, относительно тебя подпросил. Бля, я забыл живых отдать этому второму отряду. Так, все каченые эти походили. Мечников. Мечников, копейщик. Так, этот походил, походил. Да, я тоже походил. Ну, Гидра походил. Так, вот, кстати, смотри. Потом вот этот отряд, глянь у меня. Видишь, там у меня мертвых уже сколько? Чё? Которые вообще не едят. Правда, они пока не хиляются, блядь. А то ты их отведи Гефесту, закуй их. У тебя же Гефест есть? Я потом, да, собираюсь. Я тут где-нибудь Гефест еще в том храм сделаю. Я отвел один отрядик. У меня, наверное, тот будет где-нибудь. Я своих некров отвел сейчас в этот самый Гефесту и сейчас кую ему. Это броню. Ну, я же говорю, я сейчас добью и так. У меня тут просто три отряда, они активно бьют и так. Я этому поставил тоже Спартом Гефеста киданул. Ну, сейчас некром этим, чтобы они посильнее были. Все будет. Все так. Будет нормас, не боись. Главное сейчас все. Добить Итаку, и тогда все будет норм. Ну, у меня тебе все нормас. По жратве в плюсе пошел. По всему в плюсе пошел. Итака, все, короче, он по силе вообще даже не показывает, судя по красной ножке. А вот это интересно, петух по силе, который... О, он там еще один отряд собрал. Меня грабит. Ебать, у него родилось сразу 6. О, слушай, он по силе, ну он как слаб, конечно. Хуя. Но все равно. Бля, че он сюда пришел? Сюда всех грабить хочет. Блять, у Итаки было сейчас 0, а теперь 6. Ебать там какая-то. Так, ну все, Дима, наверное, закругляемся. 42 минуты, блин, Дима. Завтра на работу. Так, все, иду. Давай, все, доделывай и все тогда. И сохраняйся. Добивать уже в следующий раз будем. Потому что и так уже захватили неплохо. На нах. Руби, петушка. Не, ну слушай, неплохо вообще катка, просто аннигилировали. Да, конечно, выебывалось поначалу с этими десинхронами. А то бы не дала поиграть бы нам. Вот на десинхронах время мы бы потеряли, пиздец просто. О, у меня 1300 плюсом стало, прикинь. Прикачались. А это ты в провинции своей привел. Жрачку. Нет, это она потому что это. Жрачку прикачал. Это, тут много чего качнулось, кстати. А я выйти могу тут на сушу? У меня прикачали зрение. Обмен зерна. Город земледельцев. Земляные наделы. Малая паки, большая паки. Обмен зерна. Ну и столер. Прикинь. Так что у меня тут все зерно прикачалось. Поэтому и 1000. Так что я могу еще отряда нанимать. Вообще не боясь ни за что. Больше душ. Богу душ. О! О! Чё ты? Так, надо сохраниться. Возможно, я сейчас сразу еще второй город опидорю. И в следующий раз, как будем играть, я одновременно два города возьму. Прям разом вообще. Прям как я хочу, чтобы два города. Я сейчас буду вообще три города брать разом. Так, На то и пытаюсь, ну, то есть, я просто сейчас одновременно одним персонажем могу в два города зайти. Ебать, в Тифтея воюет на том... А, он, наверное, поджал под себя кого-то. Слушай, Фифтея на том континенте уже тусуется. Прикинь. Ебать, он раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... А, он, наверное, в ту птичку, с которой у нас был мирный договор, он ее в себя всосал. Прикинь. А, я и так два города взял. Все норм. Да, он птичку всосал. Слышь? Да? Я разом два города взял. Давай, третий, давай. И третий. А я третий не могу. Не хватает сил. Селенок не хватает. Давай, закрепляйся, сохраняйся и выходим. Сейчас.
меча, да, и мне еще надо посмотреть, что блин построить могу по-бырому. Не там. Ну катка зашла вообще, топчик. Да. Я пока в тею не буду вообще трогать, на самом деле. В тею пока зашибись. Не, она очень полезна тут. Она меня прикрывает. От петухов. Вот с этим бы я сейчас войну бы... Это самый, который меня грабит, ходит. Безнаказанно. Я разъебал бы их всех. Не лохи вообще тут. Я, короче, взял указ на еще плюс 160 камней. Которые за 400 золотых. Нормально, нормально. Так, а что там плывет еще камни? А, тринаха. У меня камня, конечно, и так до жопы. Плюс 2200 вход. Но будет еще лучше. А, у него, походу, эти самые там еще ураганят. Вот он поэтому не выебывается. Петух справа от меня, который. Ну, кстати, можно еще качнуть земельное надело. Нанять можно будет кого-нибудь. У меня 77 золота вход уже идет. Неплохо. Не густо, конечно. Но тоже неплохо. Да вообще охуенно, если прям пизда, то это мягко сказано. Ой, ведь у меня еще один храм Афродита. А перепосветить не могу. Ладно, так, Артемида, Зевс, Артемида, блять. Три Артемиды, два Зевса, ну ебаный бро. А мне нужен этот, другой. Так, гитакомбу не могу. Что могу помолиться? Помолиться кому? Гели, наверное. Что мне это даст? И боевые потери. Сохранить и успел. Да, сейчас она зависнет. С твоего сохранения. На последней секунде. У тебя, кстати, поплыл куда-то этот чувак. А, он туда поплыл. Правильно. Кто? Куда? Кто? Этот... Содержан. А, блядь, я про него забыть уже успел. А ты сразу, ему надо его выставить, чтобы он плыл. Что так забываешь про них? Не, он у меня плывет примерно по сторону, потому что я ему не мог поставить, чтобы он плыл сразу в армию. Ну, слишком далеко. Так, все, я ничего не буду качать, я сохранюсь и все, а тут Дима так не даст это. Лады. Хотя, блять, я почти захватил еще одну провинцию. Ну все, хорошо. Там буквально подойти к ней осталось.